Вручение свидетельств о выделении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в городе проходит второй раз и уже становится традицией. Из массы заявок на этот раз были выбраны 28 достойных материального поощрения. В среду глава города лично вручил сертификаты. Средства целевые и могут быть потрачены только на проект, указанный в заявке. Размер самой большой субсидии – 450 тысяч рублей. Ее удостоились две организации – Городской совет ветеранов и Всероссийское общество инвалидов. Как пояснил глава города, такая работа с общественными организациями имеет положительный эффект, а значит, ее стоит продолжать и впредь. Мы посмотрели, как работали наши гранты в том году, потому что каждая общественная организация отчиталась и показала, что она сделала. И мы видим, что реальная польза общественной жизни тем людям, которым вы помогли, те мероприятия, которые были проведены, конечно, сработали эти деньги, вот, и мы убеждены, что и дальше эта работа будет идти плодотворно.